Начинаем с медвежьей трагедии. Любимица красноярцев из Роева ручья Аврора погибла от лап ее же жениха Балу в Ижевском зоопарке. И это, вероятно, первый случай в истории, когда белый медведь насмерть забил самку в вольере. Страшно, это подробности, я не могу смотреть даже это видео. 2 недели прекрасно они жили вместе и плавали в бассейне, и проявляли явную симпатию друг к другу. Ну а вот самый момент, когда вот началась самая, ну у нас называется садка, что-то вот у них пошло не так. И вспышка агрессии сначала со стороны Авроры, ну а потом он взбесился, и уже специалисты, они там были рядом, ничего не смогли сделать. Адреналин, он, его никаким препаратом не перешибить. Не помогли ни напор воды, ни усыпляющие выстрелы. Аврору перевезли в Ижевск за потомством. До этого она 4 года жила в Роевом ручье с медведем Феликсом. Но у них так и не появились детеныши. Поэтому медведице пришлось менять прописку. Ижевский Балу, говорят, в Роевом ручье уже жил с самкой и знал все приемы ухаживания. Сейчас медвежьи психологи пересматривают видео и выясняют причины конфликта. Добавлю, в Роевом ручье идет сбор денег на строительство новых вольеров для белых медведей. Акцию не остановят в связи с ижевской трагедией.